Привет. Вот одна из памятников, которые о чем? Ни о чем. Вот любит голых мужиков. Вот любит, вот видите. Хоть не целый человек, но часть его есть. Вена, Австрия. Едем вот на лошади. Даже там две лошади, по-моему. Две австрийских скакуна, два австрийских скакуна. Победители, можно сказать. Олимпиада скакунов в мире. Сейчас вот возят российских туристов. Вена — очень красивый город. Всем советую его посетить. Еда недорогая, но парковки самые дорогие, какие только могут быть. Не советую приезжать сюда на машине, лучше приходить пешком. Вот девушка, женщина заехала куда-то там заехала, показывает, что чуть-чуть всего-то заехала, а уже штраф 1000 евро. Тут вот идет фотосессия, вот смотрите. Ну и я сейчас за фотосессию вот сниму кепку. Всем советую приехать. Очень красивая Вена, просто прелесть.